я такой человек, то есть мне вот долго это тяжело, то есть надо быстро и много. Хочешь видеть, как это все крутится, какие цвета там, вот, как все это прекрасно, как все вот эти бонусы выпадают, прям вот эйфория какая-то, тебе прям нравится, вот когда вот дает, вот автомат дает. Главное увидеть на балансе казино деньги, желательно пятизначную цифру. Просто 500 рублей поставлю, выиграю, не выиграю. Но после 500 рублей все деньги, которые есть на карте, абсолютно все вообще. На кредитной карте, даже если у тебя есть кредитная карта, она тоже опустошится. Все опустошится вообще даже после депозита 500 рублей. Там был 1 700 000, кажется, было. Я их спокойно проиграл где-то за дня 3-4, наверное. Спокойно прям, ну, вообще их нету. Я орал в определенный момент, прям кричал. И говорю, что я, блядь, делаю? И кладу депозит, то есть перевожу деньги. Это прям было вообще просто полное прям преисподняя какая-то. Выбешивало меня то, что не дает бонус. Не дает, то есть он никак не хочет. Там две штучки. Ну вот-вот-вот он пролетел. Это меня прям больше всего убивало. В определенный момент я почувствовал, что как будто сидит во мне демон. Настоящий демон, который просто грызет меня изнутри, просто уничтожает меня изнутри, потому что я делаю все, что он делает, все, что он хочет.